Какой красивый лес. Еще один теплый выходной, который провести можно с пользой, отдохнуть, собирать грибов. Снова в польском лесу, снова польские грибы. Здесь даже дома, кто-то здесь живет. Представляете, какая красота. Ой. Отдохнуть душой и телом. Смотрите, все красивое, зеленое, мох кругом. Грибы молоденькие. Прелесть. Видите как? Просто даже погулять, подышать воздухом. Прелесть. Красота. Покажу.